Всем привет, это обзор от Калины Красной. В этом шорте я покажу, как сделать капитана Хаузера из мультсериала «Бракованная партия». И для этого нам понадобятся три мини-фигурки. Китайский клон Джесси, оригинальный леговский и китайский клон Капитан Рекс. С этих трех мини-фигурок нам понадобятся всего лишь три детали. Собираем их. Итак, наш капитан Хаузер собран, но вот проблема, я не знаю, какую каноничную прическу ему выбрать. Эта прическа... Или же это? Ребят, напишите в комментариях, какая прическа ему больше подходит. Предыдущая или эта версия? Всем пока!